инерцию не создадим вот такими вот руками, никак. Мы должны вот так, и, естественно, дальше руки у нас сгибаются в локтях. Очень важно кисть у нас отвечает за градус поставленной палки. Поэтому кисти вот так ставить нельзя. Это очень неправильное движение, потому что вы поставили вот так кисть, палка у вас пошла вот под этим градусом, и вы не можете ее так протолкнуть, вам надо на нее наехать, потом протолкнуть. Ну, это уперся, сам себя остановил. Да. Кисть вот она свободная, то есть все должно быть более естественно и свободно. Также выносите свободная рука, как я говорила, расслабление максимально, кисть свободна, вы поставили под правильным градусом, внесли, вытолкнули.